обрубленные все, да, эти были? Еще одно небольшое путешествие в домик. Домик у нас опять же таки весь брошенный. Все открыто. Давай. Вот. Кто там? Уточки резиновые. Ага. Так, а где выход? Этот домик, конечно, печальный. Давно уже здесь никого не было. Все очень печально выглядит. Еще одна комнатка. Кто-то из наших упал, походу. Пять спичек, свечек километр. Здесь, кстати, вот сейф оружейный. Ох, ковер модный. Мы ящичек берем. Что там, кто-то упал? Я провалился, бля. А, я слышу грохот такой. Что-то лег, может, тихо, тишина, не воля, я там пиздец. Еще одна дверь, сейчас посмотрим. О, тут все печально. Да, советский хлам. Счеты. Вот это опасно. Может, все на голову. Падает сверху. Что-то водочку любили тут попивать. Пила лучковая. Крыша капает. Наверное, мы типа мастерской что-то было. Ручки. Ручки обычные. Стекла. Ну да, тут ничего интересного, видимо. Что-то наподобие мастерской было. Когда-то. Выходим. Такая картина, ребят, в доме летает. Гнезда у них тут. Большой зал вышли. Здесь он, стена обвалилась. Типа хлев. Там рухнуло что-то все. Ух, аккуратненько. Ничего хорошего. Здесь у нас что? Оп, а тут. Смотрите, какой экземпляр висит. Здесь
тюрьма, что ли, была? Решеточка старая. Проходим дальше. Скотину держали. Такое все прям. Ножнички старенькие. Напугал ножницы, знаешь, какие хорошенькие. Миша, напугал прям. Сам испугался. А? О, бля, нихера, я весь керосинку сегодня, да? Там ребята еще две керосинки нашли. Еще комната. Полы все сдулись. А, вот она. От керосинки. Серёха, она окна как раз тоже от керосинки. От керосинки от какой-то, или от этой, или от той. Стекло. День-то. А, во, ничего себе. Целые. Ага. Ебать. Я же даже сматерился, бля. Да, мы не в церковь же. Так, сейчас здесь еще пройдемся. Зеркало. Тут уже кирпичик. А, о, ручки. Серег. А где это? Инструмент. Ага. Столик, кстати, тоже старенький. Все, покидаем домик. Такой здоровый был. Там еще разрушенный один. Сейчас пойдем до машины. Интересно все же походить, посмотреть, как раньше жили люди. Кстати, такой дом здоровый был. И вообще деревня была большая, но, к сожалению, уже давно брошенная, все дома разрушены. Хотя вот в том разрушенном посмотрели, там даже мебель стоит, никто не зайти, там все обвалилось, опасно очень. То есть дома-то прям все целые были. Одежда, мебель. Такие дела. Все, буду с вами прощаться. Не забываем подписываться на канал. Делиться видео в соцсетях.
И также всем здоровья, удачи. Заходим в группу мою. Вступаем. Ссылки все будут под видео в описании. Все, всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.